Всем привет! Вы на канале Русский Тяжеловоз. Вот это у нас здесь конкретная пахотная земля. Здесь мы сейчас сеем. Сегодня 30 или 31 мая. Сеем овес. Вот. Здесь вот находится граница, вот так. Здесь находится поле крупного аграрного хозяйства, вполне успешного. Вот они уже посадили пшеницу. Видите, вот она пшеница. И видите, рядом растет трава. И вот каждый год между нами, между нашей работой и их работой, идет как будто бы соревнование. У кого будет лучше урожай. И вот у нас всегда урожай лучше. Несмотря на то, что у нас нету протравителя, мы вообще никогда не пользуемся гербицидами, никогда поле не травим, у нас всегда и чище, и урожай выше. А в чем весь секрет? Секрет в том, что мы стараемся соблюдать луну. Луна, в общем, очень большое воздействие идет от луны. Когда начинает расти луна, вот тогда надо начинать сеять. Вот, и сроки посева. Если, допустим, у нас пораньше посеять, числа 15-20 мая, то в итоге потом будет очень много сорняка. И нужно обязательно травить, чтобы сорняк загнулся. А когда травишь, в любом случае и культура тоже в какой-то степени переносит шок. И это сказывается тоже на урожайности. Вот. А когда сеешь позже, вот мы провели подработку земли, получается, в первых числах мая, 2-3 мая, хорошо все разборонили на два раза, на два следа. А после ждали, когда поле зазеленело хорошо. И вот, в общем, поле хорошенько прозеленело. Взошла такой бурьян, прям стоял целый. И 20 числа землю прокультивировали самодельным детовским культиватором, переделанным под МТЗ-80, и сразу же следом разборонили. Вот, и она, получается, земля постояла еще 10 дней. И вот за 10 дней вот такой вырос опять сорняк по второму разу. Видите, вот такой сорняк. Теперь, значит, сейчас началась опять обработка земли сернивой сеялкой, омская сеялка. Вот, и мы сейчас этой сеялкой, получается, просеем вот это вот уже тут посеянное. Вот отличие, видите, уже сорняка не видно, но все равно кое-где чуть-чуть остается. Вот, и теперь дальше слушайте внимательно. Вот видите, вот сорнячок вот такой остается кое-где. Это лапа. Одна лапа на сеялке не прорезала, мы ее заменили. Теперь, значит, после этого, когда полностью вот это поле все будет засеяно, мы не торопимся с баронованием. Прямо вот на второй день мы не бароним. Мы начинаем боронить чуть попозже. Есть агрономы-профессионалы, которые недоумевают, зачем вы так делаете, типа. А мы так делаем для того, чтобы да, у зерна уже в почве шевеление начинается, уже появляется первый корешочек, который, да, действительно может обломиться, да, действительно можно схожесть повлиять. Но на третий день начинает опять сорнячок прорастать. И все.
мы не оставляем шанса этому сорняку, разбароновываем на два раза. И смотрите, здесь убиваем одним выстрелом два зайца. С одной стороны разборонили, хорошенько все закрыли. Влагу, которая там осталась. Вот. И еще самое главное, это мы даем шанс прорасти стебельку. То есть сверху корка не образуется. Вот. Все. Сейчас мы цепляем сеялку и начинаем дальше посевную. А позже я вам покажу, примерно в августе, какая разница будет урожая у нас и у них.